12 сентября 2017 года. Роман площадь свою увеличивает. Укучнить надо. Еще себе хорошая фишка. Играть в домино. Я как ураган чурку катает, а точно так же. Ураган играет все время, чурку катает. Ну, Украина помогает, колет. Сергей Игнатов. Ну еще перемалывает. Это они у Романа втроем. Роман рассказывает, что свой последний рейс он делал с Мариуполя, с порта Мариуполя Донецкой области. А сам говорит, родом Черновицкой области. Этой работой я занимался в детстве, когда отец свой дом строил. Володя там развоевался. Вот, чурка, пожалуйста. Готово дело. А что этому товарищу-то не хватило? Кого? Такой покрышки-то. Какой? Я товарищ у нас. Я думал, я брат. Что ты там маячишь? Смотрю, Володя, как быстрее так. Таким колуном нет, это не быстрее. Покрышку-то можно выпросить у нас. А Роман-то где? В городе, в Барнауле. Дома? В Барнауле, в Барнауле. Барнауле, это вы без него. Да, да, да. А что он тут думает строить? Здесь у него дровяник будет. А? Дровяник. Дровяник. Полениться хочет. Ну да. А это не маленький дровяник у него? Да я вот тоже думаю, что это маловат он. Пока временный. Маловат какой-то. Не столько дров. Видишь как? Одна и та падает. Возьми покрышку. Это новый способ, хороший. Я гляжу, что-то это, у Глушкова дрова-то не колятся. Что у него? У него сломался дровокол, там что-то шланг полетел. О, я говорил, что шланг, главная сила-то шланг. Он армированный. А то электрические какие-то передачи, разве они потянут? Он такие наши пеньки суховатые раздавил.
Ты ее отбрось, он будет русскую печь делать. Сейчас, немножко еще. Да. Такое дело. Это да. Роман думает вот эти два пня или три пня убрать. Ой, как уже оскоблил.